Здравствуйте, мастер гитар.ком и гости канала, это Николай Руденко. И сейчас я вот как-то вот делал после предыдущего видео, собственно говоря, вот эту вот выборку под кант. Сейчас немножко назад я вернусь, главное сейчас скажу. И мне пришла в голову мысль, что есть еще одно очень положительное свойство у такого ступенчатого способа выборки. Это более точный, в конце концов, более точная выборка в том плане, что вот со стороны обечайки, вот с этой стороны, вот это у нас обечаечка, вот, со стороны обечайки, если мы вдруг имеем какие-то перекосы фрезера во время работы, то если мы выбираем ступеньку цельную, вот такую, на, аж на, получается, там 4 мм вот в моем случае, да, то у нас вот возможность, вот если вот этот, вот эти пунктирные линии, это предположительно перекос фрезера, ну так утрированный, ну вот предположим некий перекос фрезера, то вот видите, ошибка будет вот такая вот аж. Вот, и соответственно, если ступенька почти, а именно в два раза уменьшает вот эту длину, то мы имеем в два раза меньшую ошибку при том же самом перекосе фрезера. То есть, так как мы выбираем сначала вот эту, и вот предположим это, ну это в общем ясно, да, да, то есть ошибка на внутренней ступеньке не имеет особого никакого значения, она будет закрыта. Вот. А ошибка на внешней стороне, в общем-то, достаточно неприятна. Очень часто люди даже задаются вопросом, что делать, потому что вот это место буквально вот, при всем прочем аккуратном изготовлении, вот эта вот щелка между кантом и обечайкой очень часто у людей требует какое-то закрытие какого-то, какой-то шпатлевки. Вот. Я не шпатлюю. Я делаю либо аккуратно, либо, ну вот сейчас уже много-много лет, я уже говорю, что я здесь вырезаю ус. То есть вот здесь вот я делаю вот так вот ус. Половинкой сюда захожу, половинкой на обечайке, на обечайку. И вырезаю, и сюда вбиваю ус. И в общем у меня здесь абсолютно никогда не нужна никакая шпатлевка. Но тем не менее, если вот если такой техники, например, нет, и вот нужно просто вклеить такой вот простой кант, и вот кант из двух половинок, как мы вот на прошлом видео, чтобы в этом видео тоже это было понятно, то есть смысл заключается в том, что такой широкий кант, состоящий из четырехмиллиметровый кант, как вот такой согнете дерево, делаем из двух половинок. Например, вот из двух половинок, вот светлое это на дно, темное, вот, и внешнее на внешнюю сторону, вот черное на внешнюю сторону, вот, делаем и легко гнем, эти 2 миллиметра очень легко гнутся, и получаем такой вот широкий кант, вот, и вот, помимо того, что мы экономим древесину, как в прошлом, посмотрите прошлое видео, зачем вот это вот меньше размер, я вот сейчас делал и сообразил, что, в общем, имеем еще одно положительное свойство. Более точное изготовление канта со стороны обечайки. Вот с этой стороны. Все, до свидания.